Смотрите, кто тут у нас спит. Это Анжела и ее маленькие доченьки. Две принцессы и одна совсем маленькая Ангелина. Она еще в колясочке. Всем привет, друзья! Вы на канале Ушастый Кит. Сегодня поиграем с Анжелой и ее маленькими дочурками. Вот они, сейчас все купаются, только-только проснулись. Давайте-ка, может быть, накормим их чем-нибудь вкусным? Так, Ангелина у нас еще пока пьет только молочко, а вот остальные у нас покушают что-нибудь на завтрак. Эй, это кто-то не успел сесть покушать. Давайте-ка скорее смотрите, что у нас тут есть вкусное. Молоко, печенье, салат. Сейчас накормим наших маленьких кошечек. Две маленькие принцессы. Они, кстати, близняшки, только разные. Одна серенькая, другая розовенькая. Точнее, они одного возраста. Две маленькие принцессы. Кстати, наша семья, королевская семья кошечек, сегодня будет готовиться к выступлению. Мы разучим новый танец, а потом устроим королевский зимний бал. Так, ой-ой, какие грязные зубки. После завтрака лучше обязательно их почистить. Кто это у нас на все время отстает? Маленькая принцесса Дианочка, давай тоже почистим тебе зубки. Вот так. Анжела почистила зубки самой первой. Наверное, потому что она самая-самая взрослая. Вот они, наши кошечки. Ну что, пойдемте выберем вам одежду для репетиций, потому что в этих королевских платьях ну совсем будет неудобно танцевать. А ну, кто первый в гардероб? Скорее, скорее. Давайте выбирать. Так, нужно выбрать что-нибудь поудобнее для танцев, правда? То, в чем будет удобно репетировать. Ну вот, мы уже в гардеробе и можем переодеваться. Кстати, друзья, в сегодняшнем видео вас ждет целая гора приветов от канала Ушастый Кидс. Хочешь тоже получить привет на нашем канале, тогда обязательно подписывайся и в комментариях напиши свое имя и фамилию. Но приветы будут чуточку позже. Смотрите, какие красивые наряды выбрали наши кошечки. Анжела взяла вот такие удобные лосины с цветочками и сделала себе очень крутой аквагрим. Ну а теперь скорее репетировать. Кошечки готовы? Тогда вперед! Разучим новые движения. А вы смотрите, какая кошечка танцует красивее всех. Кстати, кто ждал серию про кошечку Анжелу, ставьте лайк. А кто ждет серию про котика Тома, напишите в комментариях слово Том. Вообще, какой у вас самый любимый ролик на канале Ушастый Кидс? Про Анжелу? Или какой-то другой? Напишите, а я обязательно почитаю ваши комментарии. Кстати, теперь у нас ролики будут выходить по вечерам в 19:00 по московскому времени. Вау, как прикольно танцует кошечка Анжела. Ну, я думаю, наши малышки пока еще не совсем научились танцевать, но скоро они будут танцевать даже лучше, чем кошечка Анжела. Вот такие ее дочурки. Ангелиночка у нас пока наблюдает в колясочке, потому что ей танцевать совсем рано. Она у нас очень-очень маленькая. Зато смотрите, сколько подарков ей приготовили к Новому году. Уже стоит целая гора, скоро она их начнет открывать. Кстати, друзья, кошечки хотели вам сказать огромное спасибо за лайки и комментарии, которые вы ставите для них. Так, вот такое прикольное движение. Смотрите-ка, обними весь мир. Выучила кошечка Анжела. Так здорово. Ребята, у вашей кошечки Анжела есть маленькие котятки? У кого есть, напишите, как их зовут. У моей кошечки три дочурки. Так. Ну вот, неплохо. Порепетировали. А теперь можно отправляться в гардероб и выбирать наряды для нашего зимнего бала. Скорее, скорее. Давайте переодеваться. Начнем с нашей, наверное, розовой кошечки, с нашей малышки. Вот она. Уже готова одеть новое платьице. Сделаем ей красивый аквагрим для выступления. Как же без него? Вот такой с бабочкой. Смотрите, как ей идет. Она очень красивая. Кому понравился аквагрим с бабочкой, напишите в комментариях циферку 1. А теперь я выберу ей красивое платье, в котором мы будем выступать на балу. Вот она, смотрите, сиреневая с блестками. Ей очень-очень идет. Только вот нам нужно сделать какую-нибудь прическу для нашей кошечки, правда? Ведь с прической будет намного лучше. Вот такие красивые локоны, розовые и сиреневые.
Ой, какая красивая у нас получилась малышка. Если вам понравилась розовая кошечка и как она подготовилась к выступлению, напишите, пожалуйста, в комментариях цифру 5. Голосуйте, друзья, выбирайте самую красивую кошечку. Ну а теперь ее сестренка. Для ее сестренки мы приготовили тоже красивое синее платье, блестящие серебряные туфельки. Да-да, вот они, смотрите, какие красивые. А вот такой аквагрим мы ей сделаем с голубыми точечками. По-моему, очень красиво смотрится под это платье. А прическа у нее будет с двумя косичками. Очень даже получилась красивая. Теперь нам нужно выбрать самый главный наряд. Самый главный наряд для нашей любимой кошечки Анжелы. Можно ей, конечно, выбрать аквагрим, а можно сделать и красивый макияж для нашего выступления. И какое-нибудь очень-очень крутое платье. Давайте примерять, это все не то. Хотя вот это тоже неплохое, но лучше что-нибудь вот это красивое. А давайте-ка выберем платье, где много-много блесток. Представляете, как оно красиво будет вечером блестеть. Вот. Мне кажется, Анжела в нем будет самой-самой красивой кошечкой. Хотя ее дочурки тоже очень красивые. Так, кстати, если вам понравилась больше всех серенькая кошечка, напишите, пожалуйста, цифру 6 в комментариях, друзья. Вау, какой красивый грим мы сделали для Анжелы. Вот такую причесочку с собранными волосами и красивые синие сережки. Можем поменять Анжеле цвет глаз. А давайте-ка ей сделаем, наверное, вот такие глазки аниме. Смотрите, какие красивые, прям как у ее маленькой серенькой доченьки. Вот такие красивые. А теперь куда же без красивого макияжа? Давайте посмотрим. Вот такие сиреневые тени, где много-много блеска. Будут отлично смотреться вечером на выступлении. Кстати, друзья, а кто-нибудь из вас занимается танцами? Напишите, кто любит танцы, кто ходит на занятия по танцам. Какое у вас направление? Мне очень-очень интересно. Так, мы добавили еще немножко цвета. Вот таких красивых желтеньких теней. Теперь накрасим реснички сиреневой тушью. Вот так, хорошенечко прокрасим. Какая Анжела у нас красивая, правда? Ну, а теперь губная помада. Как основу я возьму сиреневую, но добавлю к ней немножко блеска. Ведь у нас все-таки макияж для выступления, и блески будут совсем не лишние. Наши малышки уже заждались, пока красится наша главная Анжела, наша мамочка. Так, нет, синие румяна сюда точно не подойдут. Наверное, с розовыми будет намного красивее. Смотрите-ка. Вот такие красивые розовые румяна. Наши кошечки готовы к выступлению. И теперь оцените, какая кошечка самая-самая красивая. Может быть, это Анжела? Вам нравится кошечка Анжела? Посмотрите, как блестит ее платье. Кстати, можем даже ей сделать вот такой аквагрим со снежинкой, тоже чтобы блестел. Если вам больше всего понравилась, как одета кошечка Анжела, тогда напишите цифру 9. Ай-яй-яй, кажется, у нас Ангелина там расплакалась. Она переживает, что не сможет выступать. Но я думаю, ничего страшного. Скоро она вырастет, ведь кошечки растут очень-очень быстро. И сможет выступать вместе со своими сестренками. Тоже разучит какой-нибудь легкий танец для малышей. А пока она у нас полежит немножечко в колясочке. А может быть, даже откроет какой-нибудь подарочек, если мы ей, конечно, его дадим. Ну что, кошечки, готовы отправляться на зимний бал? Так, пока наши кошечки готовятся, друзья, вы обязательно подписывайтесь на наш канал Ушастик Kids. Кстати, это не один мой канал, у меня есть еще канал Гамикс, где вы можете познакомиться с кошечкой Алисой, и канал Каталекс, где встретите свою любимую игру Том за Золотом. Каталекс я не одна, а вместе с нашей. Так что обязательно заходите и оцените мой канал. Ну а у нас бал начался, и кошечки уже начали танцевать. Смотрите, как здорово танцует Анжела. Она подготовила движение. Мама Анжела. Какой красивый танец у них получился.
такое выступление подготовили наши кошечки. И в подарок они получат вот такие эмоджи-сундучки, в которых есть специальная косметика для выступлений. Очень яркая, мы пока ее еще не открыли. Кто открыл, напишите циферку 10 в комментариях. Ну вот. А теперь наши кошечки после выступления хотят передать свою любимую песню. И за это я передам для вас советики. У меня их уже хотелось очень красиво. Лида Серова сегодня получается и первый самый кошечек. Артем Пасхин, Лидочка Кошечка, получает самый кошечка. Привет от кошечки Анжелы. Сережа Базынич, Дарина Полезна и Яна. Бездушная также получает большой привет от нашего канала. Мария Голубева, Армин Динайлова, Ангелина Попова, София Мамонова получают большой привет. Настюша Зенкина ловит пушистый приветик. Вероника Иванова получает привет от самой маленькой кошечки от Ангелины. Соня Пушкина, София Куропятникова, Оля Катранова получает привет. Ксюша Савикова, привет. Дорошенко, Даша и Семен Маслова. Также получаю привет нашего канала. Тамара Шилхай, Амелия Литвиненко, Лена Кошачева, Сушина Королев, Олечка Волошова, Инна Смит, Наталья Федоренко. Лена Кошачева у нас получила привет аж целых два раза. Она так часто пишет комментарии, что я ее указала нечаянно два раза. Леночка пишет себе привет. Вероника и Альбина Симонова получают привет еще раз. Аминочка Юрьева получает большой привет. Ольга, Лена и Аня Шуршиновы. Вот такая большая дружная семья. Получает привет от самой кошечки Анжелы. Первый В и второй А класс. Школа номер 10. Ребята, вам самый-самый пушистый большой привет от канала Ушасти Kids. Спасибо, что смотрите наш канал. Ну а наши кошечки как раз поиграли, пока я передавала приветы. А сейчас, мне кажется, им пора немножечко отдохнуть и отправиться в свои кроватки. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте ваш лайк. Нашим кошечкам будет очень-очень приятно получить от вас лайк или сердечко. Ну а теперь скорее по кроваткам, друзья. Анжела смыла макияж и одела теплую пижамку. Она смотрит, как ее малышки укладываются спать. Ой-ой-ой, кажется, она и сама зазевалась. Наверное, мы уложим всех-всех спать. Вот только одна Ангелина совсем не хочет спать и по-прежнему играет свои колясочки. На этом все, друзья. Всем пока-пока. До новых встреч.